Приветствуем наших очаровательных зрительниц на новом обзоре от интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы с удовольствием покажем вам новинки серебряных украшений от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Очень много новинок в стиле минимал, но, конечно, мы не забыли и про более традиционные украшения. Поэтому досматривайте до конца, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии, ведь ваша обратная связь очень важна для нас. Ну а мы начинаем демонстрировать вам ювелирную красоту. Сегодня наш обзор открывает вот такая новинка. Это серьги без вставок в интересном геометрическом дизайне, в покрытиях золочения и оксидирования. Минимализм уже давно закрепился в тренде, поэтому мы очень рекомендуем присмотреться к этим украшениям. Особенно прекрасно они будут выглядеть с открытой шеей и высокой прической. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте эту красоту. Высота серег 56 мм. Ширина 11 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес серег 8,6 грамм. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, изделие без вставок. Еще один комплект в минималистичном стиле, широкое кольцо и серьги с очень интересным дизайном. На серьгах в этой модели английский замочек, а кольцо хоть и широкое, но сжатию ладони при этом совершенно не препятствует. Сочетайте этот комплект с вечерним нарядом или брючным костюмом и будьте максимально неотразимой при любом поводе. Высота серег 22 мм, ширина 10 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 6,25 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 15 мм, паспортный вес 8,3 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Изделие без вставок. Серьги-продевки в оригинальном исполнении от мастеров-ювелиров Красной Пресни. Смотрится очень элегантно и грациозно. Утонченный вариант для любительниц легких украшений и аккуратных акцентов в образе. Выбрали бы вы такую новинку для своего образа? Высота этих серег 54 мм, ширина 12 мм, паспортный вес 2,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка, фианит. Актуальные и аккуратные украшения. Фианиты добавляют шарма общему виду изделий. Серьги и кольцо подойдут как к повседневному образу, так и к деловому, не утяжеляя общий вид, но и при этом создавая необходимые акценты. Переходите по ссылкам в описании к видео на сайт нашего магазина serebrnayaptitsa.rf и заказывайте украшения по вашему вкусу. Высота серег 15 мм, ширина 15 мм. Рабочая зона крючка застежки 5 мм. Паспортный вес серег 5,8 грамма. Паспортный вес кольца 4,8 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях фианит. Комплект схожий с предыдущим, но в покрытии золочения. Стильный и очень грациозный, он также уже доступен к заказу на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf.
Присмотритесь к этим аксессуарам, и мы уверены, они займут почетное место в вашей коллекции. Высота серёг 15 мм, ширина 15 мм. Рабочая зона крючка застежки 5 мм. Паспортный вес серёг 5,8 грамм. Паспортный вес кольца 4,8 грамм. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Изделия без вставок. Асимметричные серьги с изображением звезды и месяца, как символ гармонии и баланса. Украшения доступны к заказу в двух вариантах покрытия. Смотрятся они очень элегантно и аккуратно, а также подчеркнут оригинальность своей обладательницы. Звезда, ее высота 24 мм, ширина 8 мм. Высота месяца 27 мм, ширина 8 мм. Рабочая зона крючка застежки 6,5 мм. Паспортный вес изделия 2,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Украшение без покрытия, вставка, фианит. Комплект изделий без покрытия в невероятно утонченном дизайне. Мягкие и плавные линии в сочетании с фианитом в интересной огранке дают просто невероятный эффект. Такие украшения будут уместны с романтичным и легким образом. Высота серег 16 мм, ширина 5 мм. Размеры вставки 6 на 3 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 2,9 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 5 мм, паспортный вес 1,9 грамма. Серьги и колье из серебра 925 пробы. Украшения без покрытия и без вставок. Нежные серьги-продевки и колье сейчас на ваших экранах. Такие миниатюрные украшения прекрасно подойдут для легких образов с высокой прической. Ссылки для заказа изделий находятся под видеороликом. Исполняйте свои ювелирные мечты вместе с интернет-магазином «Серебряная птица». Высота серег 47 мм, ширина 4 мм, паспортный вес 1,3 грамма. Диаметр декоративного элемента 5 мм. Ширина цепочки 1 мм, паспортный вес колье 0,86 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы без вставок. Изделия в покрытиях золочения и оксидирования. Серьги в стиле минимал в виде миниатюрных треугольников. Если вы хотите создать лишь тонкий акцент на аксессуары, то мы уверены, что вы оцените по достоинству эту новинку. Выбирайте вариант покрытия и заказывайте изделия на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Ссылки для перехода находятся в описании под видеороликом. Высота серег 12 мм, ширина 9 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 2,3 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка, культивированный жемчуг. Для любительниц филигранных узоров мы приготовили вот такую новинку. Воздушные и очень женственные украшения с культивированным жемчугом. Только посмотрите, как восхитительно выглядят изделия на руке, как превосходно серьги сидят на мочке уха. Подобные украшения по праву являются визитной карточкой завода «Красная Пресня», и при этом ювелиры снова и снова не перестают удивлять своих поклонников. Высота серег 25 мм, ширина 14 мм. Диаметр жемчужины 7 мм. Рабочая зона крючка застежки 6,5 мм, паспортный вес 4,5 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 16 мм, диаметр жемчужины 6 мм, паспортный вес 3,12 грамма.
Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование, вставка в украшениях, культивированный жемчуг. Вновь перед вами комплект украшений в оксидировании. На этот раз узоры не столь пышные, однако по грации не менее великолепны. Переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте комплект или украшения по отдельности на нашем сайте. Высота серег 19 мм, ширина 9 мм, диаметр жемчужины 6 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 3,2 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 11 мм. Диаметр жемчужины 5 мм, паспортный вес 2,5 грамма. Представляем вам колье из серебра 925 пробы. Украшение без покрытия, вставка фианит. Цветочные мотивы в ювелирных украшениях всегда создают особое настроение. Не откажите себе в этом очаровательном аксессуаре, который так бесподобно подчеркнет линию шеи и плеч. Размеры декоративного элемента 42 на 54 мм. Ширина цепочки 1 мм. Длина колье 40 см плюс цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес изделия 5,5 грамм. Колье из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Вставка фианит. Для подарка любимым, в том числе и любимой себе, в интернет-магазине «Серебряная птица» всегда есть огромный выбор самых разных украшений. А в этот раз мы представляем вам утонченное колье с сердцем и миниатюрным фианитом. Смотрится просто удивительно нежно и идеально подойдет к легкой романтичной блузе. Скорее заказывайте эти прекрасные колье и получайте комплименты. Размеры декоративного элемента 10 на 9 мм, ширина цепочки 1 мм. Длина колье 45 см и также присутствует цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес 3 грамма. Серьги из серебра 925 пробы. Покрытие украшений родирование и золочение. Изделие без вставок. Пожалуй, самая минималистичная новинка нашего видеообзора. Серьги невероятно актуальны и также очень легки и невесомы. Так что поклонницы аккуратных аксессуаров наверняка оценят эти украшения. Вам осталось лишь выбрать покрытие и перейти на наш сайт для заказа полюбившейся модели. Высота серег 25 мм, ширина 3 мм, паспортный вес 2,3 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и оксидирования. Вставка фианит. Завершает наш обзор вот такие серьги. Аккуратные и сверкающие, нарядные и на каждый день. Уверены, что каждая любительница украшений найдет свое идеальное сочетание с этими серьгами. Пишите нам в комментариях, какие из представленных изделий вам понравились больше всего. Ну а мы будем продолжать и дальше радовать вас обзорами и помогать с выбором ювелирных подарков. Высота серег 20 мм, ширина 5 мм, паспортный вес 2 грамма.